Практически круглый год жители поселка Черногубово Калининского района сталкиваются с извечной русской проблемой – отсутствием дорог. Попытка подъехать или подойти к собственному дому превращается в серьезное испытание, особенно в период дождей или таяния снега. В ситуации разбиралась наш корреспондент. Сейчас по этой дороге с трудом, но можно проехать или пройти. Однако, когда начинаются осенние дожди или весеннее таяние снега, сделать это практически невозможно. Лужи, грязь и воды по колено. Это хорошо видно на данном видео, которое предоставил нам местный житель. Он выезжал из своего дома на центральную улицу. И очевидно, что на обычной легковой машине здесь проехать просто невозможно. Весна, зима, машины легковые. Делать, у кого нет возможности ездить на внедорожнике, как бы стоят вот вдоль дороги. Жители уже устали, что каждый год им приходится проходить испытания дорогами. Но пока их просьбы не были услышаны. Железнодорожный 8. Проехать к дому мы не можем вообще. Ребенка не знаю, как отпускать на улицу. Звонила в администрацию весной, сейчас осенью. Мы скажем, что ничем помочь вам не могут. Вот дома санатория тоже, мы там живем, и тоже у нас ни подъезда, ни дорог, ничего, ни освещения, ничего нет. Тоже просим хотя бы сделать насыпную дорогу. К нам ни скорые, ни пожарные, никакие службы подъехать не могут. Как рассказывают местные, когда дорога разливается, здесь завидным постоянством застревают машины, причем даже грузовые. Из-за плохого проезда сложно добраться даже представителям экстренных служб, скорой или пожарной. Не хотят приезжать таксисты, чтобы не портить свой автомобиль. Да и не только проехать, но и пройти здесь можно с трудом. Пешком пройти тоже невозможно. В сапогах резиновых до асфальта переобуваемся, едем на работу в город. Как люди. Потом опять с автобуса выходим, в сапоги резиновые обуваемся, идем домой. При этом в поселке активно идет строительство. Появляются новые дома, количество жителей увеличивается. Местные обращались в администрацию сельского поселения, писали письма в министерство, собирали подписи. Ну вот, вот эти все подписи, это вот собирали мы по Черногубову, которые расписывались, мы ходили вот. Но нам сказали, нет, здесь только народу нет. Кстати, отсутствие дорог не единственная проблема в поселке. Также здесь нет уличного освещения. С наступлением темного времени суток жителям приходится ходить собственными фонарями, при этом лавируя между лужами и грязью. 3 года мы просим, ходим, просим. Нас поставили на очередь, и до сих пор мы ждем. Так все ждем. Когда это будет, неизвестно. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, мы обратились в администрацию Черногубовского сельского поселения. И вот как нам ее прокомментировали. В данном населенном пункте проведение уличного освещения и ремонт дорог запланирован, но запланирован на 2025 год, так как на данный момент в данном населенном пункте ведется активная застройка территории. В этом году все мероприятия по ремонту дорог запланированы и выполнены в полном объеме. Жители поселка все же надеются, что местные власти их услышат и сделают им хотя бы временную насыпную дорогу из щебенки. Об асфальте они пока даже и не мечтают. А также местные жители рассчитывают, что будет сделано уличное освещение, чтобы поздно вечером было не страшно возвращаться домой.